Привет, меня зовут Надин Шмафин, и сегодня я хочу рассказать тебе об игре, которая называется Bramble: The Mountain King. Мое знакомство с этой игрой началось с демки, за месяц до ее релиза, и, честно говоря, демка мне совершенно не понравилась. Да, тема Скандинавии и скандинавского фольклора — это очень интересно и здорово, но игра меня совсем не цепляла. На самом деле разработчики поступили очень хитро и вставили в свою демку самый нейтральный сегмент игры, где не показывают толком атмосферы и всей той жести, что на самом деле присутствует в игре. А ее там немало. Недаром в игре есть это предупреждение. Это действительно все там есть. На релизе я стала в нее играть исключительно ради Ютуба, в прохождении есть на канале. В любом бы ином случае я бы обошла ее стороной и пропустила бы одно из самых офигенных прохождений в моей жизни. Итак, Терновник, горный король. История начинается с того, что маленький мальчик Оли просыпается темной ночью в своей постели от испуга. Самое интересное, что его сон — это как раз и есть все события, что мы увидим с ним по игре. Nightmare woke him up. И очень хочет прижаться к своей сестре Лилимор, но ее нигде нет. Тогда, собрав всю свою волю в кулак, Олли отправляется в темный лес, чтобы наконец-то найти свою сестру. Начало игры очень мило и успокаивающе нас знакомят с героями и миром, в котором они живут. Лилимор, старшая сестра Олли, любопытная и очень отважная девочка, что отправляется в темный лес, чтобы познать мир, несмотря на все угрозы и страшные сказки, что рассказывает им мать на ночь о том, что выходить в темный лес лучше не стоит. Она очень безрассудна и бежит вперед без оглядки. Оля же маленький мальчик, что очень боится темноты, но в то же время очень сильно любит свою сестру, отчего отправляется за ней по пятам. И эта любовь к сестре заставляет его преодолевать любые препятствия. Свои страхи, свою боль, свое отчаяние. Злобный тролль крадет Лилимор прямо на глазах у маленького Оли. И тогда он отправляется в длительное путешествие, чтобы ее спасти. Графика в игре очень приятная, в ней очень красиво сделана вода и окружение. Также не могу отметить, что очень приятные модельки детей, правда, они мне немного напоминают куколок. Но самое шикарное — это кинематографичные ракурсы и постановка кадра, потому что это полный восторг. Не раз и не два хорошо поставленные кадры помогают ощутить место, в котором находишься, а также на многих очень хочется поставить на паузу и поставить потом себе на рабочий стол. Музыка тоже очень хороша, она создает атмосферу, иногда местами тревожную, а иногда успокаивающую. В целом, саундтрек интересно послушать и вне игры, поскольку он очень хорошо отражает место, в котором обитает герой, и самого героя. К примеру, один из начальных треков Midnight Secrets, где Оли только вступает в темный лес, музыка прекрасно отражает страх и тревогу, выраженную в скрипке. Но она все еще про маленького наивного Оли с нежными нотками клавишных. Когда я проходила игру, я не обращала на это внимания, но когда я прошла ее и послушала саундтрек, я поняла, что он написан очень мастерски. Вся игра обращается к игроку через визуал, музыку и атмосферу с редкими сценами рассказчика за кадром. Я бы сказала, что эта игра чистый эмпирический опыт, который нужно прожить. Геймплейно же это платформер с несложными головоломками, а также босс-файтами, которые очень грамотно поставлены. Редко где можно застрять или затупить. В начале истории Лилимор и Олли находят светящийся камень, и по игре это как раз таки будет наш фонарь и оружие. Бегай, прыгай, подсвети, найди слабое место врага, стреляй. Все очень просто и щадяще, чтобы игрок точно мог пройти историю, но в процессе не заскучал. В этом плане они соблюли идеальный баланс. Весь сеттинг и атмосфера основан на скандинавском фольклоре, в основном шведском и норвежском, а весь визуал вдохновлен художниками 19 века Теодором Кительсоном и Йоном Бауэром. Кстати, картины Йона Бауэра можно найти повсюду по игре.
Разработчики с большой любовью постарались перенести мир сказок и свою любовь к культурному достоянию Скандинавии. Итак, начало игры довольно светлое и приятное, нас знакомят с миром гномов, фей и троллей. Дает поиграть с гномами в прятки, а также позагонять в загон голопопых детей-морошек. Кто они вообще такие? Особенно мне понравились шишки, которые можно встретить в начале игры, и то, как они обыгрываются после драки с боссом. В целом, в первых локациях разработчики переходят от жутких моментов до милых и забавных, показывая все еще детскую сторону Олли с его невинной непосредственностью, а также показывая первое столкновение с жутким и опасным миром. Он напуган и почти плачет, но все еще стойко идет вперед. Его сердце еще полно доброты и сочувствия, поэтому он отважно помогает валуну Лемусу, защищая его от агрессивно настроенных шишек. Но чем дальше он продвигается, тем более страшные ужасы он встречает, и тем сильнее становится дух Олли. Я решила поделить это видео на два сегмента. Первый — это краткий обзор, а второй — это мои впечатления с разбором сюжета, фольклора и спойлерами. Если вы еще думаете, играть или нет, то вот вам мои впечатления о том, когда я прошла игру. Игра на самом деле потрясающая. Когда я играла в демку, и уж тем более, когда я начинала в нее играть с самого начала, я не думала, что она будет настолько офигенной, потому что мало того, что тут люди очень сильно постарались над арт-дизайном, то есть тут практически каждый кадр, каждая кат-сцена, она поставлена как картина, там абсолютно проработанное окружение, освещение, дизайн, вообще абсолютно все. В ней потрясающая история, хотя это история обычное взросление, найди свою сестру, найди принцессу и так далее и тому подобное, но это история взросления мальчика, которая показана через скандинавские сказки, что довольно тема-то не самая популярная, от чего и более интересная. И последний сегмент, как раз горный король в пещере горного короля под Эдварда Грига, это просто что-то с чем-то, это одна из самых прекрасных и превосходных вещей, которые я видела, потому что они не только смыслово подтянули эту музыку, они ритмически сделали так, чтобы она играла, они фазы босса подстроили под нее, то есть это потрясающе, это одна из моих любимых классических произведений. Я не знаю, я в восторге. Я в восторге от того, что я прошла эту игру, что вообще обратила на нее внимание, потому что если бы я остановилась на демке и дальше бы демки играть не стала, я бы никогда в жизни вот этого всего не испытала. Это потрясающее приключение. Оно одно из самых, не знаю, редких и незабываемых, наверное, за последние полгода. Единственная игра, которая меня зацепила, это была Signalis. Теперь у меня появилась эта игра, теперь они будут стоять в парочке и нудеть мне в мозгах, потому что я не могу, не смогу это забыть, не смогу это никак уместить в своей голове настолько. Настолько опыт этот потрясающий, превосходный. Я обожаю эту игру, она великолепна. Это просто вау. Ну а для тех, кто уже поиграл и не боится спойлеров, я расскажу вам о обрядах инициации, норвежских сказках, самом жутком боссе на моей памяти, Теодоре Кительсен и, конечно же, Эдварде Григе. Это очень жуткая игра. Не ведитесь на ее милое начало. Впереди только реки крови, горы трупов, боль и отчаяние, испытание воли и характера. Эта игра прекрасна тем, что она работает идеально как игра. Это не может быть фильм, или музыка, или картина, поскольку именно интерактивом игроку приходится возвращать нажатиями клавиш волю отчаявшемуся ребенку.
Сама история проста и стара, как мир. Это история о становлении мальчика в мужчину путем разных испытаний. Проще говоря, Олли проходит через обряд инициации от ребенка к взрослому на новый этап своего психоэмоционального и физического развития, а также роли в обществе. Обряд инициации существует с древних времен и практически во всех народностях. У каждого свой разный уровень жестокости. Поэтому недаром издревле в сказках показан именно механизм инициации героя. Обряд инициации состоит из последовательных этапов: отлучение от родителей, изоляция, жертвоприношение, получение покровительства и центральное испытание героя. Испытания бывают жестокими, порой даже кровавыми. Во время испытания посвящаемый и вообще мог погибнуть. А вот если все заканчивалось успешно, юноша становился полноправным членом общества. Как пример реального обряда инициации я возьму чукч, про которых почему-то очень много анекдотов, но на самом деле это довольно суровый народ, где отец отправляет своего сына на задание, а сам преследует его с луком. И в тот момент, когда сын теряет бдительность, отец стреляет в него из лука. Если сын сможет увернуться, то он становится полноправным членом общества. Ну а если нет? В почти каждой локации можно найти книгу, которая описывает место или же существо босса. Первыми нам, конечно же, встречаются тролли. Один ловит и расчленяет животных своим огромным кровавым тесаком. Второй же ходит по лесу, растаптывая невинных гномов и пытаясь поймать Олли. Кстати, момент с гномами довольно внезапный и жестокий. Кое-как проведя всю эту малышню через ворох капканов, мы отправляем их домой с радостной улыбкой и тут же наблюдаем за их внезапной смертью. Я отчетливо помню ту фразу, которую сказал рассказчик в этот момент, что Олли чуть не плакал, и это очень хорошо отражает чувства и эмоции Олли, когда он пережил смерть этих гномов. И в этой фразе очень много страха и боли, что испытал Олли. Но замешкаешься, умрешь, поэтому Олли стойко и храбро бежит через все препятствия, чтобы выжить. Я уже говорила в начале, что игра мастерски жонглирует от полной жести до довольно милых и забавных моментов. И момент с культом шишек меня изрядно позабавил. После битвы с троллем в окружении кровавого месива и жуткого побега по невидимым капканам, Олли прыгает в дыру и своей пятой точкой садится прямо на главу культа шишек, вызывая шок у маленьких шишат. Этот небольшой момент вызывает расслабление и улыбку, готовя к нас очень напряженной катсцене, где Олли ловит тролль. Но Олли умудряется выжить, поскольку наступает утро и дневной свет превращает тролля в камень. Это будет последний солнечный уровень, потому что впереди нас будет ждать еще большая жесть с небольшими передышками. Поэтому очень советую насладиться катанием на ежике и вознёй с гномами, потому что вскоре Водяной заманивает своими волшебными мелодиями Олли на болото. История гласит, что был некий мужчина по имени Некин, что мастерски играл на скрипке. Но в деревне его таланта не ценили, поэтому издевались над ним. Была лишь единственная девушка, которая любила Некина и жалела его. Однажды Некина обуял гнев за то, как в деревне над ним издевались. И тогда он начал играть запретные мелодии, отчего люди пускались в пляс, стирая свои ноги до костей и умирая от истощения. Среди этих людей была и возлюбленная Неккина, которая также умерла в танце. Отчего Неккин, убитый горем, ушел из деревни и поселился рядом с озером, куда заманивал людей своей мелодией. Одолев Неккина, Олли испытывает момент отчаяния. Для меня это был очень тяжелый и удручающий момент, поскольку очень трудно нажимать кнопку для того, чтобы поднять Олли, тем самым возвращая ему волю к жизни. Если ты хотя бы раз в жизни испытывал момент отчаяния, когда ты не можешь поднять себя с кровати и заставить что-то сделать, то ты можешь представить, как трудно поднять этого маленького отчаявшегося ребенка, который лежит в этой грязище, полностью без воли вообще к какому-либо действию.
именно в такие моменты хочется очень похвалить разработчиков, поскольку этот момент очень сильно позволил мне прочувствовать и сопереживать Олле. Так, в момент слабости и отчаяния, во сне Олле его пытается опутать терновник. Терновник — это своеобразный маркер того, что рядом находится что-то злое и темное. Про то, как злоба, отчаяние и тьма проникают в сердце. Недаром терновник вынесен в название игры. Во всех землях, где побывает Олле, так или иначе, терновник принес очень много бед и раздора для простых жителей. Об этом нам говорит и сама игра словами Тувы. Терновник разросся там, где воцарилась тьма. Поэтому во сне Олле изгоняет тьму и злобу из своего сердца с помощью света. Кстати, свет как раз-таки символизирует надежду. Также эта локация, которая происходит во сне, она встречается трижды по игре и служит такой локацией перехода. Первый раз мы в ней находимся, когда Олле играет с Лилимор, и все приятно и радужно. Во второй раз мы видим эту локацию после того, как Олле упал в реку. Этот сон очень насыщенный, красивый и яркий, и заканчивается исчезновением Лилимор во тьме. Ту локацию во сне, и локация уже становится черно-белой, а его пытается опутать терновник. В третий же раз он встречается в реальном мире в этой же локации, где ему приходится проходить через реку крови, чтобы попасть в гору, где заточен король. Отпрянув от сна рядом с телом бездыханного Неккина, Олле с тяжелым сердцем и опустошенным взглядом пробирается через лес. Здесь Олле встречает свет во тьме и мраке происходящего. Девочку по имени Тувы с золотистыми волосами. Уставший и обессиленный, он падает на ее колени. Когда я увидела эту сцену, я чисто визуально считала, что это явно отсылка на какую-то картину. И я не ошибалась, поскольку визуально это очень похоже на картину «Тустар» Йона Бауэра. Эта картина написана по шведской сказке про лося Скута и принцессу Тустар, где лось по просьбе Тустар забирает маленькую принцессу из королевства и идет показывать ей мир. Во время поездки Тувстар дважды ослушивается наказаний лося, отчего теряет сначала свою корону, а после любимое платье. В третий же раз она теряет свою цепочку с кулоном в виде сердца, где-то в озере. И тут она остается навеки, вглядываясь в гладь озера, чтобы найти то, что дорого ее сердцу. В игре же Тува заряжает камень Олле светом, а его сердце наполняется отвагой двигаться дальше. И здесь мы попадаем на мрачное ночное болото. Самый жуткий и зловещий сегмент игры с жертвоприношением и ведьмой. Нас сразу же встречает пугало с женщиной, привязанной к кресту и надетым черепом на голову. По истории игры женщины приходят к ведьме, чтобы принести в жертву своего ребенка взамен на что исполнят их любое желание. Болото же полно душ умерщвленных детей. В фольклоре таких называли удбуртами или мьюлингами. У меня есть предположение, что действие игры происходит в 14 веке, а в те тяжелые времена таким образом люди могли избавляться от голодных ртов. Найдя хижину на болоте, Олле находит книгу, в котором описывается ритуал, а также встречает женщину, что готова совершить жертвоприношение. Олле изо всех сил торопится, чтобы прервать ритуал и остановить женщину, но на его пути возникает новая проблема – болотная ведьма. Скажу честно, я не смогла найти такого существа в фольклоре, и не знаю, существует ли он вообще, или все это выдумка разработчиков. Скорее всего, это просто намек на охоту на ведьм и про то, как повитух и акушерок считали ведьмами в те времена. Еще я обратила внимание на платье, что надето на ведьме, и оно очень похоже на платье медсестер 19 века. С учетом того, что в игре практически нет ничего бессмысленного, то, скорее всего, разработчики также вдохновлялись этим моментом, поскольку очень много музыки и художников 19 века было использовано в этой игре. Болотная ведьма нападает на героя, оставляя за собой
колыбельки, словно символизируя всех умерщвленных детей. Победив, Олли бежит за женщиной, но уже слишком поздно. Она покончила с собой, не вынеся груза вины за собственного убитого ребенка. Олли находит младенца и хоронит его, чтобы его душа также не превратилась в Мьюлинга. На болоте Олли встречает Люкдгубби, сказочное существо с фонарем, что выводит его с мрачного болота в библиотеку. Люкдгубби – хранитель тайн, собиратель историй, что старше самой горы, к которой стремится Олли. По шведскому фольклору про Люкдгубби не так много информации, только то, что он роднится с блуждающими огоньками и может вывести заплутавшего путника до дому, но только если он находится в хорошем настроении. Потому что если он не в очень хорошем настроении, то он может заплутать только сильнее. Также он охраняет неправомерно зарытые деньги и может показать, где таятся сокровища. А в игре же он настроен дружелюбно, и в его библиотеке можно почитать историю горного короля, а также посмотреть на картины Йона Бауэра. Один из самых красивых боссов – это, конечно же, Хульдра или Скоркса. Скоркса, вы говорите, очень тяжело, поэтому я буду называть ее Хульдрой. Хульдра, по преданиям, выглядит как молодая привлекательная девушка. Она может быть настолько красивой и обворожительной, что человек влюбляется в нее с первого взгляда. Единственное, что отличает Хульдру от человеческой девушки – это то, что у нее есть длинный хвост, похожий на коровье, которое она усиленно прячет. У Хольдры есть еще один изъян – это огромная дыра на спине. Если человек ее увидит, то она потеряет весь свой прекрасный облик. А в игре же история преподносит Хольдру как молодую привлекательную девушку с темными волосами, что появляется мужчинам деревни в ночной тени. Они следовали за ней и бесследно исчезали. А тот, кто возвращался, сходил с ума. Жители деревни вскоре устали от этой ситуации и начали гонения на всех темноволосых женщин, обвиняя их в колдовстве. Деревня казнила множество женщин, но мужчины все так же продолжали пропадать. В отчаянии жители деревни сожгли половину леса, но виновницу так и не смогли найти. В отчаянии жители деревни начали убивать всех женщин, включая матерей и дочерей, а также сожгли вторую половину леса, что давало им пропитание. Однажды ночью пятеро смельчаков отправились в лес, чтобы найти виновницу и наказать ее. Они нашли ее и моментально были пленены ее красотой. Когда она к ним приблизилась, то мгновенно превратилась в чудовище. Она вскрыла их грудные клетки, подвесила их на деревьях и высосала странную энергию из их сердец. Больше их никто не видел. Хульдра пытается обмануть Олли призраком Лилимор, но Олли видит ее сердце в спине и тем самым противится чарам. На страже Хульдры стоят как раз таки 5 умерщвленных мужчин. Это очень красивый босс-файт с 3 фазами, где нужно попадать в призраков, избегая атак Хульдры. Когда же Олли побеждает, то убийство Хульдры – это переворотный момент в психике Олли. Опять-таки, возвращаюсь к тому моменту, что нужно именно нажимать на кнопку, чтобы что-то делать. В этом моменте проявляется QTE-момент, где нам показывают кнопку, которую нужно нажимать, чтобы убить Хульдру. Но поскольку, скорее всего, автоматически, я говорю про себя, я нажимала на эту кнопку каждый раз, когда я ее видела, и в какой-то момент я поняла, что Хульдра была убита еще 2-м ударом, а я нажимаю на кнопку уже в 15-й. И
этот момент очень хорошо передает ощущение Олли, когда он полон ярости, полон отчаяния, что в нем скопилось столько боли, что он уже не очень может контролировать себя. Именно на этом QTE моменте можно это хорошо прочувствовать. Путь вперед пролегает через сожженный лес и вереницу мертвецов. Распятые женщины на крестах, обвиненные в колдовстве и преступлениях, которые они не совершали. Это очень жуткий и красивый момент одновременно. Это отсылает на охоту на ведьм, что бушевало в 16-18 веках в этих землях. 350 человек было приговорено к смерти во время судов над ведьмами в Норвегии. Около 1000 дел было возбуждено по этому делу. Процессы над ведьмами в Норвегии происходили между 1567 и 1754, почти 200 лет. В Швеции же охота на ведьм началась в 1668 году. В 1676 году судом над ведьмами в городе Мора было казнено около 70 человек. Суд над ведьмами Торсакера происходил в 1675 в приходе Торсакер в Швеции и был крупнейшим судебным процессом над ведьмами в истории Швеции. За один день 71 человек были обезглавлены и сожжены. Охота над ведьмами занимала немалый исторический кусок в истории Скандинавии. Олли добирается до жуткой деревни, где единственные ее жители – это драуги, мертвецы, что умерли насильственной смертью. По преданиям, внешний вид драугов зависит от того, как они умерли. С утопленника постоянно стекает вода, а с того, кто убит на поле боя, кровоточат раны. Олли приходится не дыша пробираться между живыми покойниками, но впереди его ждет кое-что похуже. И тут я хочу рассказать, наверное, один из самых для меня интересных моментов. Поскольку огромное влияние на игру оказал художник Теодор Кительсен. По сути, вся деревня, вся локация с деревней и босс – это вдохновление от его работ. Если увлекаешься black metal'ом, то, скорее всего, ты видел работу Теодора Кительсена на обложке группы Burzum. Теодор Кительсен – это норвежский художник 19-20 веков, известный своими картинами троллей и мифологических сюжетов. Также у него есть знаменитая книга, посвященная эпидемии чумы в 14 веке, которая называется «Черная смерть». И если посмотреть на картины Теодора Кительсена и на локации, которые можно увидеть в игре, то можно увидеть немало сходств. По факту они оживили старуху с картин Теодора Кительсена в своей игре. И честно скажу, это очень жуткий босс. Я давно не испытывала такого ощущения дискомфорта, жути. Мне было крайне не по себе. Изображение постоянно шумит, передергивает глечами. И откуда-то из темноты прям под твоими ногами выныривает огромное лицо жуткой старухи, что пытается тебя сожрать. Честно скажу, это один из самых неприятных и жутких боссов, что я помню. Эта старуха может сниться в кошмарах. Олли наконец добирается до горы, куда тролли унесли его сестру. Здесь мы снова встречаем Люктгубы и уже полностью читаем историю короля. Давным-давно в мирном королевстве жили король с королевой, и не было у них наследника. Долгие годы они мечтали о детях, и наконец королева смогла родить долгожданного сына. Но роды были тяжелые, и королева умерла. Король тосковал от утраченной любви, нашли годы, и вместе с тем рос и его сын. Принц был единственный, кто сдерживал тьму в сердце короля. Но здесь случилась беда, принц серьезно заболел. Врачи испробовали все средства, но принцу становилось все хуже с каждым днем. Тогда врачи рассказали королю о легендарном цветке, по слухам которым ведьмы лечили любую болезнь. Король тщетно искал цветок по всему королевству, и вскоре поиски превратились в охоту на ведьм. Измученный, окровавленный и полный отчаяния король пришел к ведьме на окраине королевства, где умолял вылечить его сына. Ведьма согласилась и дала ему цветок, который проще обратить во зло, чем во благо.
Ведьма наказала использовать один лепесток, иначе если съесть весь цветок, это приведет к смерти. Юный принц начал поправляться, но кровавый поход вызвал недовольство подданных, и они убили выздоравливающего принца. Свет в сердце короля погас. Горе владело королем, и в цветке он увидел спасение от страданий. Ведьма, приехавшая навестить короля, в ужасе наблюдала за жуткой стеной. Тогда она возвела над королем гору и сковала его тем терновником, что опутал все королевство. Олли пробирается в покое умершего принца, надевает его костюм и бежит со всех ног спасать свою сестру. Но не успевает и наблюдает за тем, как его сестра отправляется в рот королю. На этом моменте начинается финальная битва. Битва с горным королем поделена на три фазы и идеально гармонирует с классическим произведением Эдварда Грига «В пещере горного короля». Каждый этап ускоряется и усложняется под музыку. Даже падение камней с потолка создает ритмический рисунок. Выглядит это все шикарно и очень эпично. Для меня это было крайне эмоционально, и это одно из лучших применений классической музыки, которую я видела в играх где-либо еще. Когда Олли побеждает, король под тяжестью своего тела падает на Олли, но Олли успевает закинуть светящийся камень прямо ему в рот. Но Лилимор внутри не погибла, и она подбирает этот камень, который обращается в меч, и тем самым разрезает нутро короля и выбирается из него. Ну и по законам хэппи-энда, Олли не погибает, а оживает от света волшебного камня, и брат с сестрой возвращаются домой. В конце можно наблюдать уже реверсивную ситуацию. Лилимор от испуга просыпается в собственной постели и очень хочет обнять брата, но его нигде нет. И теперь Олли находится за окном, бесстрашно пронзая тьму светом. И он никогда не даст Лилимор в обиду. Я очень счастлива, что я нашла и прошла эту игру. Она подарила мне очень много эмоций, а в конце я словила лютый катарсис. Под вдохновлением от этой игры я нашла очень много информации по скандинавскому фольклору и решила рассказать ее тебе. И я очень благодарна разработчикам за то, что они создали такую простую, понятную историю, с кучей деталей, в которые было очень интересно погрузиться. И я благодарна тебе за то, что досмотрел это видео до конца. Надеюсь, мы еще увидимся, и в следующий раз я расскажу тебе не менее интересную историю.